Вятские старости. В этот день 100 лет назад вятские газеты писали: разного рода злачные заведения и 100 лет назад являлись местами пьянства и не только. Вот что сообщила вятским жителям газета «Северное слово». Многие пивные в городе, как это было уже зарегистрировано, служат в то же время и тайными притонами. Полицией первой части обнаружен притон при пивной Жигулевского товарищества в доме Пупырева на Пупыревской площади, содержимой продавщицей Прозоровой, которая, кроме того, продавала в квартире водку и пиво по ночам. На Прозорову составлен протокол, и пристав делает представление губернатору о закрытии пивной притона. Весна оживила все вокруг в нашей губернии. Газета «Вятская речь» 1913 года на своих страницах опубликовала следующее объявление. В понедельник в помещении городской управы состоятся торги на отдачу в аренду загородного сада. Желающие торговаться должны внести залог в сумме 200 рублей. В тот же день в управе состоятся торги на отдачу в аренду шкафчиков в молочном рынке. Поведение пьяных лиц всегда непредсказуемо. Подтверждением этому явилась заметка, напечатанная в газете «Вятская речь» 100-летней давности. Во вторник в пивной Александрова в доме на углу Пятницкой и Владимирской улиц известный хулиган Чупраков, состоящий под надзором полиции за избиение родителей, без всякого повода выбил пивной бутылкой раму. Хулиган привлекается к ответственности за буйство. «Вятские старости». Новости из прошлых столетий.